Два человека пострадали в ДТП на улице Карла Жегура. Причиной аварии стало грубое нарушение правил дорожного движения одним из автомобилистов. Автомобильная авария с участием грузовика «Хина» и легковушки «Тойоты IQ» произошла в районе 11-го дома по улице Карла Жегура. Очевидцы происшествия рассказали, что грузовик следовал в направлении улицы Стрелочной. Водитель большегруза включил левый поворотник, немного сбросил скорость, но не перестроился в крайний левый ряд и неожиданно для водителя, идущего следом автомобиля, приступил к совершению маневра. В «Тойоте IQ», что шла следом по левой полосе, находилось два человека. Не успев затормозить, хозяйка авто врезалась в тяжеловоз. От удара малолитражку развернула на 180 градусов и отбросила на полосу встречного движения. Ехал спокойно, дорога, сами видите, плохая, снег идет. Ну, замечаю, что начинает хина с крайнего правого ряда совершать непонятные маневры, пытается развернуться. В него влетают люди на машинах. Ну, результаты вы сами видите, что там повлетало, народ повтыкался. О чем он думал, о чем мечтал, и как вообще это нарушение грубых правил дорожного движения с крайнего правого ряда. Разворот-то запрещен. В результате аварии помощь понадобилась девушке-водителю «Тойоты» и ее пассажирке. С серьезными травмами пострадавших доставили в тысячекоечную больницу. Водитель «Хина» утверждает, то, что он все-таки поворачивал с левого ряда, но, несмотря на это, сотрудники ГИБДД вынесли то, что он будет виноват. Несмотря на то, что полис у виновника старого образца выплат по ДТП хватит, так повреждения не превышают 120 тысяч рублей. Сейчас рулевой «Хина» может лишиться водительских прав. Разбитую малолитражку с места происшествия забрал эвакуатор.